Найдите смежные углы, если один из них в 5 раз больше другого. Нарисуем смежные углы. Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а две другие стороны углов являются дополнительными полупрямыми. Итак, по условиям нам сказано, что один из этих углов в 5 раз больше другого. Пускай это будет один угол, а это будет угол 2. Пишем дано. Да, но. Угол 1 и угол 2 тире смежные. Угол 1 будет равен углу 2, если мы угол 1 домножим на 5. Найти угол 1 и угол 2 неизвестно. Итак, по свойству смежных углов мы можем сказать, что сумма двух этих углов равна 180 градусов. Угол 1 плюс угол 2 дают в сумме 180 градусов. Как звучит свойство? Сумма двух смежных углов равна 180 градусам. Итак, угол 2 у нас в 5 раз больше угла 1, соответственно, мы можем угол 2 заменить на 5 углов 1. Значит, угол 1 плюс 5 углов 1 дадут нам в сумме 180 градусов. После суммы у нас получается 6 углов 1, и это будет равняться 180 градусов. Угол 1 будет равняться 180 градусов разделить на 6. Угол 1 будет равен 30 градусам. Вернемся в самое начало. Угол 1 плюс угол 2 в сумме дает 180 градусов. Подставим вместо угла 1 теперь 30 градусов. Получается 30 градусов плюс угол 2 дает 180 градусов. Угол 2 будет равняться 180 градусов минус 30. Угол 2 будет равен 150 градусов.